Всем привет! Меня зовут Ярмоленко Игорь. Вы смотрите видео-дневник день за днем. Холодное перило. День за днем. Итак, день у нас сегодня 9 июля 2014 года. День недели у нас среда. Пришла, почти прошла, прошла. Что уж там говорить, почти прошла. Вот, самое время попить чаю. А время же сейчас. 10:30. Самое время попить чаю. И посмотреть на окружающий нас мир. Ну, в принципе, там сзади, конечно, видно окружающий мир, но... Вот. Как-то вот так, видите, облака все рассеялись. На небе ни тучки, ни облачко. И даже ветра нету, хотя был ветерок небольшой. Ну, комфортно, комфортно. Ой. Прям погода шепчет. Сходи и напейся. Чаю, конечно же, чаю. Зачем идти, когда можно постоять на балкончике и попить чаю, да? Пью я сегодня чаек. Предпоследний пакетик. Спионерил у сестры. В общем, это Липтон, черный чай. Страбери. Ну или страсбери, как он там называется. В общем, малина, да, вы поняли. Сейчас как вкушу его превосходный вкус. Без сахара. Обжег себе пол рта. Зараза, я только-только наел недавно. Так что он еще до конца не остыл. Ну, пускай, я думаю, сейчас это. Давай. Включим вентилятор. Так, как день сегодняшний прошел? Ну как он прошел? Как среда он прошел, так, знаете, блин, как-то не знаю. Последствия отпуска дают о себе знать. Тут не стоит на работу и все. Вообще ужас какой-то, блин, настроение. Ну, ближе к вечеру он, конечно, поднимается, когда с работы сваливаешь, да? Вот. Ну а так, депрессуха, она еще 2 дня стабильно будет. Четверг, пятница. Ну а там в пятницу ожидается поездка у меня в Калужскую область. Так что думаю, ближе к выходным настроение-то поднимется и уже опускаться не будет. Ниже плинтуса. Дай бог. Чтоб так и было. Вот, ну и... Какая же главная новость дня сегодняшнего-то? Надо же придумать что-нибудь. Так. А давайте, пускай будет главная новость дня сегодняшнего. Это последний пакетик чая Липтон. Последний. Предпоследний пакетик чая Липтон. Что ты будешь делать? На самом деле, по мне соскучилась вон та детская площадка. Со времени прибытия с отпуска на ней еще ни разу не был. Сейчас от депрессухи избавлюсь и сразу же на нее поеду. Вот. И был таков. Вот, на этом все. Всем пока, всем удачи. Всем спасибо за внимание. Дзынь. Ариведерчи.